Крем увлажняющий из серии Hydratation, то есть увлажняющей серии. Это идеальное средство для завершения любых профессиональных косметических уходов. Почему я его считаю идеальным? За его текстуру, за легкую текстуру, которая больше похожа на эмульсию, на молочко, нежели чем на крем. И тем самым обеспечивается свойство этого крема, его некомедогенность, его легкость. И подходит, естественно, для применения на любом типе кожи. То есть, будь то сухая кожа, или будь то жирная кожа, или даже после чистки, можно, в принципе, использовать как завершающее средство крем увлажняющий. Основные компоненты этого крема – это два некомедогенных масла – масло сладкого миндаля, масло ши. И активные ингредиенты – это депантенол, гиалуроновая кислота высокомолекулярная, это сок алоэ вера, это протеины шелка. То есть те компоненты, которые будут ухаживать за эпидермисом, восстанавливающую роль такую играть. Вот. Кроме того, крем содержит два современных ультрафиолетовых фильтра – это октокрилен и авобензон, поддержанные в составе в формуле еще дополнительно антиоксидантами. И это как раз дает возможность использовать его в качестве защитного крема, если индекс инсоляции не превышает условно 4. Потому что если, допустим, индекс инсоляции выше, то тогда кожа уже требует более высокой защиты, то есть фильтров с SPF 30 и выше. SPF 10 как раз является оптимальным для осенне-зимнего сезона. Естественно, помимо профессиональных уходов, то есть для завершения процедур профессиональных, мы прекрасно можем использовать увлажняющий крем в домашнем уходе, в регулярном, опять-таки за всеми типами кожи, в качестве защиты, в качестве питания, в качестве увлажнения, как дневной крем, естественно, как основа под макияж, прекрасно ложатся тональные средства на него. Кроме того, чтобы усилить эффективность ухода домашнего, мы можем добавлять под крем активные сыворотки, наши, допустим, 3D увлажнениями, релакс, интенсив омоложения, актив лифтинг. Соответственно, будем наносить после умывания и тонизации сначала сыворотку, и после того, как она полностью впиталась, уже наносить крем. Таким образом, крем увлажняющий применяется и в домашнем, и в профессиональном уходе за любым типом кожи.